В Алматы проходит международный форум «Шелкового пути». Студенты вузов Европы и Азии работают в летней школе при Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Опытом создания проектов в сфере зеленых технологий делятся более 50 гостей из Великобритании, Турции, Египта и стран Содружества. Это же натолкнуло юных ученых и преподавателей к идее создать международный IT-технопарк на базе Альянса университетов «Шелкового пути». Относительно зеленых технологий, прежде всего хочу сказать, мы должны воспитывать лидеров, которые были бы заинтересованы в развитии сберегающих технологий. И здесь, конечно, большую роль играют университеты. А в отношении IT-хаба, который предлагает создать университет имени Аль-Фараби, я надеюсь, что 5 стран совместными усилиями смогут осуществить это и в дальнейшем развивать идеи возобновляемых источников энергии.